Друзья, я приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я делаю публикацию о виоле. Хочу поделиться, какая у меня уже виола разрослась. Хочу напомнить, что вот эксклюзивная смесь у меня и бархат. Бархат я уже тут рассадила по стаканчикам. По 100 миллилитров. Вот видите, она уже тут у меня валяется. Потому что уже не хватает питания. Вот я сейчас покажу, какие тут два растения еще осталось. Вот так вот корни уже. Им не хватает уже места и питания. Ну, а у нас уже начинается третья декада марта. И так как виола у нас, она холодостойка, вообще-то растение, я думаю, что в конце апреля я уже могу их высадить. И на месяц хватит им этих таких стаканчиков по 100 миллилитров. Конечно, можно поставить, перевалить их и по 200 миллилитров стаканчики, но просто у меня полки невысокие, и будет им, ну, как бы неудобно. Под саму фитолампу будет. Получается, придется поставить. Или им уже и особо и не надо круглосуточное освещение. Поэтому, возможно, буду другое место искать, куда-то поставить. А вообще, друзья, я хочу сказать, вот такая красивая она у меня выросла, потому что стояла постоянно под фитолампами. Поэтому вот такие они красавцы и выросли. Вот сейчас еще хочу здесь поближе показать. Вот такие шикарные кустики выросли. Можно, конечно, немножко позже их сеять, чтобы потом вы именно уже с этих ячеек высаживать прямо в клумбы. Ну, получилось так, что я рано посеяла. А если их, например, посеять в середине марта, то как раз в этих ячейках и хватило бы им места. В смысле, что до высадки. Так что, друзья, возьмите себе на заметку, кто любит виолочку, то можно сеять их даже и сейчас. Просто позже будет цветение. Если вот такие маленькие ячейки посеете, то как раз к высадке она и вырастет. Так, если сейчас я скажу, если я тут писала, когда я посеяла их. Посеяла 11 февраля. Ну вот, с 11 февраля, сегодня 20 марта, ну, получается им 40 дней. Ну, отлично. В начале мая будет вот такая шикарная рассада. Так что, друзья, кто еще не посеял виолу, можно посеять в таких маленьких ячейках, занимать места будет мало, и будет отличная рассада. В начале мая будет то, что надо. Вот и все, друзья, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Ну, я думаю, перевалку я хотела вам показать. Но я думаю, что все знают, как. Вот, обратите внимание, какая корневая система шикарнейшая. Ну, желательно немножко тут полить. Грунт я взяла конкретно для цветов. 3D. Вот. Ну, тут я уже подсыплю грунта наравне со стаканчиком желательно, потому что она опускает потом свои еще побеги, чтобы она не в глуби была, а здесь просто кустилась больше. Вот я сейчас покажу. Так вот. Желательно полностью, чтобы наравне со стаканчиком была высажена. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Кому была полезна публикация, не забывайте ставить пальчик вверх.
И кто еще не подписался, подписывайтесь. Еще много будет интересного. До новых встреч!